Всем добрый день. Наверное, меня некоторые потеряли. Спасибо тем, кто обо мне думает и потерял. Я занималась своими делами, а потом в субботу и воскресенье я почему-то подсела на сериал «Невский». Ну, не знаю, как он мне понравился. И, в общем, сидела, смотрела почти двое суток. Ну, спала, конечно. Ну, когда он шел, там в каких годах? 16-й, 17-й, ну, еще какой-то год, не помню. Мы работали, и некогда было смотреть. А сейчас я пенсионерка, свободно смотрю все, что хочу. Сегодня я хочу приготовить скороспелые блинчики. С наступающей вас масленицы, с наступившей. Я сюда разбила два яйца, размешаю их. Добавляю сюда 300 грамм теплой воды из-под крана. Отправляю сюда 1/2 столовой ложки сахара. Отправляю соли 1/4 чайной ложки. Теперь соду пищевую 1/4 чайной ложки. Сковороду я уже поставила потихонечку нагреваться. Отправляю сюда 250 грамм муки, ну плюс-минус. Размешиваю. Постараюсь разбить все комочки. Огонь под сковородой я еще прибавила, потому что вот-вот мы начнем уже печь блины. Комочки все разбиты. Налила сюда 100 грамм воды и развожу здесь 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Выливаю в свое тесто. Размешиваю. И немедленно начинаем выпекать. Сейчас попробую первый блин. Мне кажется, что-то у меня тесто густоватое. Сковорода у меня дымит вовсю, на восьмерке стоит. Пробую первый блинчик. Да, мне кажется, густоватое тесто. Сейчас я еще немножко воды добавлю. Добавила еще 50 грамм воды. Тесто пузырится. Ну, попробуем, посмотрим. Тесто на вкус попробовала. Вкусно. Сюда постелила салфеточку. Я не люблю, когда капает с этой сковорюшки. Так, сейчас будем снимать. Проверять. Угу. Вот так. Да, этот блинчик толстоватый. Сейчас я проверю на втором блине. Может быть, еще придется водички добавить. Угу. О, какой красивый блинчик. Следующий. Масла больше не буду наливать. Под первый блин я немножко масла налила растительного. Так, уже пожиже, получше. Поверхность блина на глазах у нас становится матовой. Жидкого теста не вижу. Попробуем перевернуть. Так-так-так. Отсыпем. Вот так. Сметанку я купила вчера. Сейчас чай попью. У нас на улице лето. Кто-то опять сейчас будет с меня смеяться. Конечно, лето у нас минус 17. Солнце вон вовсю светит.
На дороге внимания не обращала. Может быть, тает. Сейчас посмотрю с окна. Оп. Наливаем следующий. Я сейчас попробую еще водички добавить. Что-то мне кажется густовато. На хорошо разогретой сковороде дело идет быстро. Вот уже буду переворачивать. Тут уже никуда не отойдешь. Быстренько хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Вот уже тут жидкого теста нет. Ну, буквально, наверное, секунд 30-40. Здесь сейчас посмотрим, сколько секунд. Фу, жарко. Лето. 20 секунд. Оп. Еще добавила водички грамм 30. Нормально уже, пожиже. Хорошо. Пробую первый блин, который самый первый, толстенький. Ну, дыристый такой, знаете, пышненький. Ну, я бы добавила, наверное, еще немножко сахара и соли. Почему-то мне в последнее время хочется соленого. В смысле, чтобы еда была посолонее. Раньше же я ела все практически не соленое. А теперь хочется. Ага, переворачивать уже пора. Стою, болтаю. Угу. Сейчас, наверное, соли добавлю и чуть-чуть сахара. Соли прямо, наверное, опять четвертую часть чайной ложки. Ну, не соленая мне. Так, сахар. Сахара. Пол столовой ложки опять. Ну, совсем не чувствую, не соль, а сахар. Попробуем. Ну, также и соль, вернее, соду и лимонку я тоже не чувствую. Просто сода и лимонка дали некую пышность. Ну, видно, пышненькие такие. Масло в тесто добавлять не буду, потому что мы будем есть со сметаной блины. Угу, нормальненько. Красивый такой рисунок получился вот здесь. Бледненькие. Не, красивые. Желто-беденькие. Вот сахара, соли добавила. Вкуснее стали. Решила я вон в то оставшееся тесто добавить немножко масла. Нет, нету. Получилась совсем другая консистенция. Я, во-первых, вот тут вот кое-как сняла. Вот здесь прилипла махом. Или, может быть, огонь нужно убавить. Уже не то, не такой блин. Значит, все-таки, что там, соль, сода, лимонка, это свое, свой как бы рецепт. Масла не нужно. Я-то хочу пожирнее. Зато попробовала и знаю. И на вид он другой, тот, который с маслом. А без масла, вот он. Это те блины, которые нужно съедать прямо сейчас горячими. Вот эти. Ну, раз масло налила, буду уж доделывать. Сколько там? Штуки 4, наверное. Трудновато вот. Чувствую, что будет трудновато переворачиваться. Почему-то, казалось бы, масло же, да? А нет, вот этот уже лучше. Мы попили чай. 3 часа дня у нас. Солнышко светит туда. Где? Глаза светит без телефона, а вот на телефоне я его не вижу. Где солнышко-то? Потеряла солнышко. На этом заканчиваю. Всем солнечного настроения и всего доброго.